Музей военно-исторической миниатюры открылся в Сарове в 2018 году. Сначала музей был небольшим, экспозиция включала всего несколько стендов. Сейчас же выставка занимает два зала. За 3 года у музея появились свои традиции и почитатели. Здесь регулярно собираются дети, школьники и студенты, а также все те, кто интересуется историей своего отечества. Цель музея, она очень оригинальная. Ну, во-первых, просто познакомить людей с волшебным миром нашего оловянного солдатика. Ну, здесь не только же оловянные солдатики, здесь есть и стеклянные, есть и деревянные, есть пластика очень много, всякого, со всего мира, в разные годы. То есть, начиная с довоенки и заканчивая вот со всем современностью. Большая часть выставки – это личная коллекция Вячеслава Лопашова. На протяжении 60 лет он привозил солдатиков из разных уголков России и мира. Также много экспонатов музею дарят неравнодушные люди. Вот здесь вот на маленьких примерах вот таких вот маленьких оловянных солдатиков, причем они сделаны в той форме, в которой они должны быть формы. То есть если он накрашен, да, солдатик на начало Великой Отечественной войны, то он так и есть. Если суворовский солдат есть, его гренадер, то он так на самом деле есть. И это очень важно. Даже Древняя Греция, и та сделана именно так, как она нарисована на фресках. Экспозиция проводит по разным периодам истории, начиная от Древнего мира и заканчивая войной на Донбассе. Много сюжетов посвящено Великой Отечественной войне. Такая разнообразная и яркая выставка будет интересна как взрослым, так и детям. Здесь интересно, солдатики, и очень ясно показано, какие были сражения и как они выглядели. Посетить музей военно-исторической миниатюры можно с понедельника по пятницу с 15 до 19 часов. Для лиц старше 6 лет. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.